мне бы дожить до субботы. Или кухонный триллер. Я устал от работы, от никчемной пустоты. Мне дожить бы до субботы, отдохнуть от суеты. Встать с утра не в 8:30 и не красить на бегу губы, веки и ресницы слой за слоем красоту. Мне понежиться немного, снять с себя недельный стресс и не слышать голос строгий. Что там, женушка, поесть? Расшалились что-то нервы. Я представила себе, что супруг мой в роли жертвы на разделочном столе. А по правде тушка куры в роли мужа будет. Что ж, я продолжу процедуру, в руки взяв блестящий нож. Назвала я тушку Вовой, ну потому что Вова муж. Вжик по крылышкам родного, все, не бить тебе баклуш. А теперь, припомнив кралю для спокойствия души, пару взмахов, словно саблей, все, Володя, не мужик. Вслед за прочим режем голень, поубавим мужу прыть, вжик и бедрышки под корень, а куда тебе ходить? Все, что думала о муже, все слетело с нежных губ. Нафига такой мне нужен? Полезай-ка, Вова, в суп. Не забыла про капусту, про картошку и фасоль, и добавила по вкусу в суп поваренную соль. Муж отужинал с охотой, вкус сказал, как никогда, и разлегся без заботы на диване, как всегда. Я прищурилась гуманно, план на завтра был таков. Приготовлю из барана вкусный, сытный, жирный плов. Спасибо. Коротенькая зарисовка, премьера от Володи. Лично мне переданная прям почти накануне концерта. Тепленькая еще. Прибраться в сумочке пора бы. Поможешь, муж? Ответ был: да. Но умолять стал о пощаде в начале третьего ведра. Ну, женщины поймут меня. Ну и второй классик. По-моему, он редко звучит на этой сцене. Это наш любимый Губерман. Ну и вот то, что почему-то вот сегодня нахлынулось, собралось. Я хочу с вами поделиться. Бывает, проснешься, как птица, крылатой пружиной на взводе, и хочется жить и трудиться, но к завтраку это проходит. Глупо думать про лень негативно и надменно о ней отзываться. Лень умеет мечтать так активно, что мечты начинают сбываться. Это мое любимое. Обманчив женский внешний вид, поскольку в нежной плоти хрупкой натура женская таит единство арфы с мясорубкой. Я женских слов люблю родник и женских мыслей хороводы, поскольку мы умны от книг, а бабы прямо от природы. Душа у женщины легка и вечно склонна к укоризне. То нету в жизни мужика, то есть мужик, но нету жизни. Я никак не пойму, отчего так я к женщинам пагубно слаб. Может быть, из ребра моего было сделано несколько баб. Мужику в одиночестве кисло, тяжело мужику одному. А как баба на шее повисла, так немедленно легче ему. Любовь не значит слиться телом, душою слиться – это да. Но между делом слиться телом не помешает никогда. Мужик тугим узлом совьется, но если пламя в нем клокочет, всегда от женщины добьется того, что женщина захочет. Ну и напоследок я решила немножко пошалить. С тобою вечер провела, теперь смотрю, как на дебила. Конечно, я бы не дала, но попросить-то можно было.